скажем так, место работы. Там большой завод, а у нас Фабрис, надо забивать, штанга. Три сегодня раза каркас ворот играл за ту или за другую команду. Здесь Фабрис все сделал правильно, атака продолжается. Ползает в штрафную Ванноте, прострел, удар, гол! Нет офсайд, нет офсайд или все-таки да. Фабрис Олинга, 16-летний парень, забивает первый гол для своей команды в этом чемпионате. Ну, не мытьем, так катаньем, не с левой и щечкой в обод вратаря красиво, а подставив кое-как колено. Гол не пахнет. Фабрис Олинган за 6 минут до конца выводит свою команду вперед. 1-0 в пользу Малаги. Драматичное начало сезона для Сельта. Иметь столько моментов в начале второго тайма. И тоже еще надо забить. Нет, ну конечно, ни о каком офсайде здесь и речь не ведется. Прошу прощения, это я в каком-то запале. Он здесь, конечно, боролся с Тунисом. И, как говорил Владимир Никитич Муслаченко, теперь защитнику остается только посыпать голову пеплом. Как он мог здесь впустить нападающего, непонятно. Ну что ж, надо сесть и атаковать.